Катеры нас пилят рыбу, а может бакланов, которые летают тут кругом. Вон они! Сегодня пробовали ловить на стримеры, на спиннинг. Такие хорошие окуньки. Здесь клюют на стримеры. Правда, коряк очень много. Цеп, но с отводным поводком не так сильно зацепляется. Одно стучит, а цепляться не цепляется. Значит, сегодня уже второй день. Вчера мы камеру благополучно забыли, но двух окуней все-таки посадили на кукан. Сегодня будем варить уху. Вот. И сегодня еще двух окуней поймали. Вот один из них самый-самый крупный. Взял он на стример. Вот такой вот крутой окунь. Сейчас он отправится на кукан. Ну, не сказать, что рыбалка прямо совсем легкая. А можно сказать честно, что рыбалка весьма тяжелая. Да, но все равно поймали на уху. Окуней. И на пирог. И на пирог, да. Не все стримеры рабочие. У меня несколько штук благополучно откусило, пока я не поставил поводок. Также проверяли работоспособность в кубе с резиной. Да, и проверяли работоспособность очень хитрой японской резины, которую она нам в Москве на выставке E-Points вот так предлагал. Ни одной поклевки, господа японцы. Да, так что... Наши советские снасти работают лучше, чем ваши. Ну, мать не мать, но у них своя рыба, у нас своя. Да. Поэтому, ну, будем дальше экспериментировать, потом... Пробовать. Потом пробовать, да. И потом в конце уже поездки будет видно, какие стримеры больше всего работали. Ну, скорее всего, их уже не останется в живых. Поэтому придется их показывать потом. А пока мы сейчас, готовим. А сейчас мы будем посуду для ухи. Сейчас я вам покажу наш легендарный кукан. Рыба плавает по дну. Вот. Килограмм, наверное, 5 или 6, судя по весу. Вот такие окушки были тут. Эх, колючие какие. Какие горбатые. Как мы ловим с отводным поводком? То есть у нас идет обычная леска, плетенка. К концу мы привязываем вот такой вот грузик. Дальше идем вверх по леске. Тут у нас идет петля из плетенки, который, получается, петля в петлю крепится обычный монофил либо флюорокарбон. Ну, вот в данном случае это монофил диаметром 0,35 мм, потому что тут у нас бывает и щука. Все, этот поводок идет примерно, ну, где-то 90 сантиметров, к которому привязывается вот такой вот красивый стример. Значит, модель этого стримера идет на одинарном крючке, идет без тела, то есть он хорошо намокает и в воде играет, ну, практически так же, как настоящий малек. Дальше есть, но этот стример, он рассчитан на в основном окуня, потому что он крепится сразу же к монофилу, и диаметр колечка здесь не позволяет
зацепить его на поводок. Дальше есть еще вот такая вот разновидность стримеров. То есть это стример, выполненный на трубке. Это уже идет щучий вариант. И в эту трубочку просовывается, получается, стальной поводок с крючком. И когда щука, получается, хватает, то трубка эта уходит вверх по леске, а в пасти у рыбы остается только крючок. И получается то, что приманка, ну, неубиваемая, как терминатор. То есть ей, она никогда не страдает от щучьих зубов. Вот. Дальше цвета вот именно вот этих вот трубок, они очень разные. Есть вот какие-то красно-белые вот такие вот модели. Вот такие вот. Есть синие под яйца, под какого-то такого, да? То есть очень интересные приманки. Есть яркие, зеленые. Вот такие вот. Есть такие своеобразные рыбки. То есть модельный ряд очень большой, и как бы можно подобрать приманку под вкус практически любого хищника. Но в данном случае как бы это, конечно, приманки для ловли щуки. И вот как не парадоксально, да, но они используются также и при ловле нахлыстом. То есть мушки вот эти вот на трубках хорошо применяется при ловле нахлыстом. То есть здесь мы ловим на них как на отводной поводок, потому что река равнинная, и глубина вот в данном случае под нами, сколько тут под нами метров, наверное, 5, да, где-то так, 4 до 6, да, 4 до 6. То есть сложно на такую глубину очень быстро загнать стример с помощью нахлыстовой снасти, даже если у вас там супер быстротонущая стреляющая головка стоит. И долго работать в поиске рыбы с такой снастью тоже тяжело. Поэтому берем спиннинг и начинаем ловить. Так,
Запись-то уже идет, надо что-то говорить. Это плохой сценарист, который не знает, что говорить, когда запись идет.